С 7 по 15 июля команда города Видное по мини-футболу «Спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва «Олимп Видное» была приглашена Итальянской федерацией футбола на турнир чемпионов как обладатель Кубка России 2005 года. В турнире приняли участие сильнейшие команды из 9 европейских стран. Наша команда защищала честь России на международном турнире. Турнир молодежный, мальчики играли мини-футбол 92-93 года, то есть 13-14 лет. Несмотря на тропическую жару, наша юношеская команда показала неплохой результат. Конечно, не весь состав поехал из-за финансовых причин, но я думаю, выступили достойно, заняли третье место. Участвовало много известных команд: Удинезе, Италия, Барселона, Испания, Локомотив, Пловдив, Стиал, Румыния. Ну, мы прошли сиды соревнований очень удачно. Победили Барселону за выход в финал. И в итоге все-таки там в финале уступили, но заняли все-таки почетное третье место. По словам старшего тренера Сдюшора «Олимп Видное» Дмитрия Абраменко, с каждым годом команда становится более успешной. Если еще в 2005-м на соревнованиях в Эквадоре ребята заняли 5-е место, то в этом результат налицо. За неделю пребывания в Италии ребята получили не только очередной опыт в соревнованиях и играх, но и побывали во многих городах, узнали массу нового и интересного. Вообще получился очень хороший турнир, гостеприимные итальянцы. Вообще помогали своей аурой нам играть, но было очень жарко. Мы могли занять и второе место, обыграть румынов, но мы не привыкли играть на траве. Мы играем в мини-футбол, а на траве нам уже непривычно. Глава муниципального образования поселка Малаховка Александр Николаевич Автаев вот уже второй год подряд поддерживает дружеские связи с городом Удина, Италия. Вместе со своей командой из подмосковной Малаховки ездил на соревнования в этом году, где и пригласил итальянскую команду в гости с ответным визитом, а также команду «Олимп Видное». Итальянцы приняли приглашение и уже 23 июля прибыли в Москву. В этот день в спортивном комплексе Российского университета «Дружба народов» среди этих трех команд прошли товарищеские матчи.